Всем привет! С вами Нильф Горн, это игра Castle Story. Ну и, похоже, то ли сглазили, то ли накаркали на самом деле, потому что очень обидно произошло вот это вот. Текстуры боковых камней, они пропали, то есть у меня опустился и уровень. Опустилось все. Даже, знаете, вот здесь даже вот такой момент. Бочки стояли вот на выше уровнем, а здесь вот пропало все и не опустились. Ну вот, как-то так. Как это исправить, я не знаю. Миньоны по вот, так сказать, по низу. Вот, по низу, поэтому они ходить не хотят. Смотрите. Вот, говорю сюда. Все, он залип, говорю сюда, он тоже залип. То есть все, я не знаю, что с этим делать и как это исправлять. К сожалению, придется, похоже, мне бросить мою идею с замком. Хоть и начало было эпичным, и мне реально было интересно, но, похоже, все-таки придется бросить. Жалко, очень жаль. Но, кстати, вот я заметил, что каким-то квадратом это все произошло. Я не знаю, почему. Ну, в общем, не знаю. У меня слов. Я немножко расстроен. Ну, ладно. Ничего не поделаешь. Тогда будем играть на выживание. То есть и выживание. Survival. Так, hard. Угу. А давайте попробуем именно hard. То есть на самой высокой сложности. Вдруг. Почему только... К сожалению, нельзя выбрать острова. Может быть, они как-то рандомные, потому что здесь вот, ну вот, можно некоторые варианты карт выбрать, к примеру. Но вот здесь вот, давайте, хард, в общем, выбираем хард. Сложность, так сказать, высокую сделана, потому что, насколько я помню, последний раз я играл, это было довольно-таки так легко. И с чего бы нам начать? Я, кстати, прям помню эту карту. Кстати, ничего не изменилось. Почему-то могли бы карты по-другому немножечко сделать. Да, две. Две пещеры на. Так. Давайте сразу где-нибудь вот здесь вот. Сделаем. Небольшой склад. Да, значит, ты, значит, здесь иди. Давай. Копай. Я помню, что здесь проблема. Это лес. Проблема лес. То есть добыть леса нет. Кстати, я ошибаюсь. Карта немножечко под. Немножко другая. Она какая-то все равно маленькая. То есть мне больше бояться нужно вот отсюда прихода, да? Монстров вот этих. Что-то, честно говоря, ладно, не буду задумываться или загадывать заранее, потому что всяческое может произойти, всяческое может случиться. Давайте здесь тоже построим эти три склада. Поначалу, потому что, ну, как-то... Так, и здесь мы сразу одного воина сделаем, конечно же, потому что они нам могут пригодиться. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, с чего-то нужно начинать. Давайте один лесоруб. Пускай один остается, потому что, ну, мне кажется... Отлично, хоть вовнутрь падают они, а не наружу. Это уже отлично. Так, придется, похоже, закрываться полностью, потому что мне нужно сохранить как кристалл, так и... Так и проход к пещере. Так что я, наверное, даже... Я прям даже не знаю, честно говоря, с чего начать-то. Блин. Сложный момент, конечно, такой. Давайте попробуем. Так, в общем, раз... Раз, два.
Раз, два, раз, два, три. То есть я хочу три блока. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Раз, два. Вот. Отлично. Вот так, вот так, вот так, вот так. То есть идеально. Построить. То есть закрою кристалл, построю здесь небольшой домик. А сверху будут, так сказать, защита происходить будет. Так, нет. Давайте вот одного строителя сразу. Сверху будет защита, то есть лучники будут стоять. Ну, а потом я буду уже придумывать какие-либо стены, какую-нибудь защиту другую. Посмотрим, попробуем. Сейчас главное... Так, 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 так. Дверь, значит, у нас вот таким вот образом ставится. И чтобы... А, ну красиво не получится. Давайте вот здесь вот, да, и дверь построим. Такой вот небольшой момент. Ну и плюс на всякий случай прямо здесь сразу рыцаря поставим. То есть, насколько я помню, они же пытаются сразу убить моих, так сказать, человечков. Сразу моментально вот эти твари, монстры, я не знаю. Через 10 минут, собственно говоря, будет нападение. Первое. Попробуем быстренько укрепиться до прихода вот этих всяческих монстров. Не хотелось бы сразу с первого же раза провалиться, так сказать. Провалить задание по выживаемости. Ну, вот, честно говоря, вначале прям чувствуется и очень сильно чувствуется нехватки рабочих, честно говоря. Оп, оп. Так, ну-ка. Нет, не хватает. Сколько там надо? 62% уже есть. Много не хватает, но ладно. Не будем торопить. Вот так. Здесь я сделаю подставку, как бы, грубо говоря. Ну, увидите. Есть небольшая идея, как это все будет выглядеть и как это будет работать. Возможно, я даже не сделаю здесь входа, а сделаю лестницу, которая будет спускаться вовнутрь. А заходить надо будет, к примеру, вот здесь построить небольшую башенку, мостик. И то есть надо будет в башенку через мостик потом здесь спуститься вот так вот. То есть такой долгий проход к кристаллу будет, чтобы его защитить на 100%. В принципе, потихонечку нормально. Они добывают, и в принципе все получается. Единственное, мне бы сейчас еще одного хотя бы лучника, и тогда можно было бы уже делать и придумывать какие-нибудь защитные сооружения или что-нибудь в этом роде. А пока что как-то придется, наверное, выкручиваться, так сказать, по ходу событий. Да, я еще помню, что здесь проблема... А, ну хотя нет, здесь как раз таки сделано так, что склону... Нету таких вот склонов, так сказать. Именно с бугристой земли, которую нужно было бы выравнивать, потому что, как видите, здесь, к сожалению, нельзя копать землю. Этим мне немножко этот режим и раздражает. Ну, почему так? Ну, неправильно, по-моему, это. Так, ладно. Не знаю, на самом деле, правильно ли я начал. Ну, надеюсь, все будет путем. Так, где-нибудь вот здесь вот внутреннюю лестницу начну сразу делать. Вот тут вот. Прям двойную, вот так вот. Потихонечку. Как раз таки она и будет предпосылкой подъема либо спуска вовнутрь. Я еще решу, как конкретно это будет. Посмотрим. Пока я затрудняюсь сказать. И, наверное, я рановато здесь решил
сразу закругление делать, потому что тогда миньоны не смогут ходить. Так что, наверное, я сделаю пока что вот так вот. А вот здесь, кстати, уже и поздно будет делать, потому что... честно говоря, я немножко в тупике. Ладно, в принципе, идея в чем была, чтобы сделать здесь предпосылки на мост уже. Но ладно, в принципе, не нужно торопиться, тогда все будет нормально. Так вот, в принципе, это уже и готово. Единственное, осталось дверьку поставить. Дверь я все-таки поставлю, потому что, во-первых, это красиво. Это красиво. И... так. Такое. Ну и эстетично, конечно, дверь тут мало чем может мне помочь, но все же. Вот, пускай мы сейчас направим одного на... Вовремя я убрал блок, а то бы сейчас поставил он мне блок. Замечательный. Так. Да что ж такое? Не в том месте стоит молоток. Иди копай. Так, ну в принципе все, домик есть, защитник у нас есть. Единственное, что я... О, отлично, у меня уже есть и лучник. Шикарно, просто шикарно. Так, есть уже и лучник. И как раз таки для него мы сейчас вот здесь вот построим платформочку. То есть, вот так вот сейчас сделаем. Так. Оп. Вот так вот. И у меня лучник сюда вот забежит и будет здесь уже отстреливаться. Единственное, что если вот отсюда будет нападение, то там, конечно, будет не слишком удобно. Может быть здесь построить какое-нибудь временное укрепление из кирпичей, к примеру, да? Что-нибудь какое-нибудь. Даже на первый взгляд. Ну, лучник есть, в принципе, ладно. Так. Наверное, все-таки нужно здесь что-нибудь построить, потому что если с этой стороны побегут, а с этой стороны, скорее всего, побегут в один определенный момент, то лучше бы, конечно, там построить какое-нибудь укрепление. Давайте. Не знаю, успею я за 3 минуты что-нибудь здесь отстроить. В принципе... Нужно не так-то и много. Так. Ну как, так как уж здесь вот получится именно вот таким вот образом, то и придется делать по-правильному, так сказать. Сделаем прям стену. Если они уж оббегать будут, то оббегать будут с одной стороны. Так, есть. Вот здесь вот. Здесь бы вот так вот сделать, но почему-то не получается. Вот так вот и... Угу. Так. И значит, вот так. Вот такой подъемчик небольшой сделаем. Посмотрим, успеет ли у меня один миньон этим всем заниматься. Ну, должен же, в принципе. Но что-то я вот смотрю, что он встал и не хочет больше двигаться. Все. Есть какое-то залипание все-таки. Что-то его останавливает. 2 минуты, в принципе, до...
первого вейва, то есть до первых врагов. Здесь, я думаю, я спокойно смогу защититься, то есть спокойно у меня лучник сможет туда-сюда перебегать и отстреливаться. Здесь я, наверное, перебегу воинам, прикрою моих миньонов, а скорее всего я, может быть, на ночь, или по крайней мере, когда придут враги, я просто всех спрячу в этой комнатке, так сказать, тем самым оберегу их от напасти. Посмотрим, сколько там. 16%, ну мало, конечно, мало кристаллов. 6 у меня. 4 рабочих, то есть двое, я так понимаю, воинов. Ну, то есть лучник и воин. Ладно, пускай потихонечку строит. Планы, ну, планы на самом деле, здесь очень много планов сразу хочется сделать. Хочется сделать и сразу и забор, и башенки, и все в этом роде. Все, конечно, хочется, но все это нужно будет делать постепенно, потихонечку и, ну, не торопясь. Поэтому пока что вот будем заниматься вот этим небольшим домиком. То есть, по крайней мере, я бы хотел повысить еще на пару блоков. На пару блоков повысить. И сделать, может быть, это. А может быть, даже прям по полной программе. То есть, когда, к примеру, вот. А как раз таки и так и получится, кстати. Как раз вот лестница здесь еще на один уровень поднимется. Даже на два может уровня подняться. И тогда будет еще один этаж. Да, кстати, да, скорее всего, так мы и сделаем. И оттуда я уже буду поднимать. Попытаюсь сделать, точнее, упорные балки. Так, это мне намек, что 30 секунд осталось, собственно говоря. Они прям с перепугу-то и... Ну, не с перепугу, конечно. Да, ужасно. Ужасно и страшно на самом деле. Так, ну что ж. Здесь он должен сейчас просто очень быстро работать. Я прям вижу, что... Так, я уже вижу вот там вот все. Спасаем, давайте. Всех быстренько прячем в нашем подземелье, так сказать. Куда? Ну, не подземелье уж, нет. Это я неправильно говорю. Так, спокойно. Есть. Все. В принципе, все. Так что первая атака была не такой страшной, насколько я боялся, по крайней мере. Я спокойно отбился, и это хорошо. Так, вроде бы, если я не ошибаюсь, как раз-таки вот эти души, ну, мертвых, они нам помогут увеличивать еще количество моих миньонов. То есть вот этот процент он будет расти потихонечку. Но это тоже хорошо. Ладно, а пока они пускай строительством занимаются. По крайней мере, вот здесь вот эту сторону хотя бы защитят. Это уже будет хорошо. То есть они будут вынуждены отбегать, мне так кажется. И прибегать с этой стороны. Ну а там уже намного легче мне будет с ними драться. Так, давайте одного вот этого еще используем, то есть увеличим количество складов. Так вот. Тем самым, кстати, мне еще придется и бревнышки нарубить. Вот здесь вот можно нарубить, в принципе, и бревен. Где-нибудь вот здесь вот. Давайте все уж тут. Оп, успел одного перехватить. Это уже хорошо. В данном случае каменные постройки, то есть, ну, каменные строительства не нужно останавливать, потому что камней будет переизбыток, и в какой-то определенный момент просто будут они уже не влезать, и, как вы заметили, они просто будут стоять и смотреть. Но, с другой стороны, тоже хорошо, что они, ну, просто стоят и смотрят, а не, к примеру, там, я не знаю, там, просто накидывают эти камни, где попало, так сказать. Все, в принципе, правильно, все отлично.
Ну а, кстати, здесь уже стена практически готова. Я вот смотрю. Все готово. Можно, кстати, еще на один уровень поднять. Еще на один уровень поднять. И... все. Там можно делать такой уступчик небольшой, который мне поможет, так сказать, в строительстве. Так, ладно. В принципе, можно его... А, ну, он там же стоял. Единственное, что я вот, наверное, вот здесь вот устрою уборку. Это... сюда вот его переведем. И здесь давайте продолжим мою башню. Можно было бы, конечно, в идеале окна построить. Ну ладно. Именно вот эта башня, она будет такая беззаконная, суровая. По крайней мере, начало ее будет таким. Первую, так сказать, волну я выдержал элементарно. Все-таки их всего лишь три. И что здесь хардкорного, ну что, прям вот так вот, знаете, поначалу их там штук 20 было бы. Вот это хардкор, я не спорю. Тогда бы было сложно, конечно. Не факт, что я бы выдержал вообще это, но факт остается фактом, что это было бы уже сложновато. Единственное, что вот сейчас я думаю, как бы здесь так... Хотя нет, здесь можно вполне сделать балку. Где-нибудь вот здесь вот. Вот здесь вот, к примеру, вполне можно устроить балочки, которые будут подпирать крышу как раз. Эй, вот это вот. Потеря бревен это вообще, конечно, вообще неправильно. Ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы хотите посмотреть в следующей серии, как я буду выживать. На самом деле, тут не то, что выживание, а именно застройка, быстренькая выживать. Я не помню, чтобы мне было слишком тяжело. Но я постараюсь максимальное количество времени это сделать. Ставьте лайки, чтобы вам было приятно смотреть быстро выходящие серии, а мне было их приятно снимать. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы, вы их задавайте. Я постараюсь на них ответить. Ну и если у вас есть советы по этой игре, то тоже их оставляйте. Я буду благодарен вам за это, потому что часто нужна помощь в каких-либо, ну, в каком-либо развитии в любой игре, потому что некоторые моменты не всегда понимаются легко, так сказать, и с... ну, так сказать, с легким пониманием это не всегда делается. Так что обязательно комментируйте и ставьте лайки. С вами был Нижгорн. Всем всего хорошего. Пока.